Азербайджан нормально относится к возможной нормализации турецко-армянских отношений, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Это даст толчок развитию региона. Что касается границы, решение примет сама Турция. «Любое решение, которое выгодно Турции, выгодно Азербайджану», сказал президент на пресс-конференции для иностранных журналистов. А политолог Ильгар Велизаде прокомментировал тему пересмотра вопроса о границе между Арменией и Турцией. В ходе последней обширной пресс-конференции на встрече с иностранными и местными журналистами президент Азербайджана сказал о том, что азербайджанская сторона не возражает относительно открытия турецко-армянской границы. В свое время эта граница была закрыта по причине оккупации Кельбаджарского района в 1993 году. Великое национальное собрание Турции приняло такое решение. Но поскольку конфликт остался в прошлом, то фактически это решение может быть пересмотрено. Ну, конечно, для этого тоже определенные условия, наверное, нужно соблюсти, и они связаны с нормализацией отношений между Арменией и Турцией. В прежние годы стороны вплотную рассматривали этот вопрос, однако из-за неурегулированности Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта решить его не удалось. Сейчас в новых условиях, при условии изменения подходов к взаимодействию с региональными игроками, в условиях реализации перспектив шестистороннего сотрудничества, платформы шести, конечно же, эти перспективы приобретают реальные очертания. Однако, конечно, в значительной степени все зависит от воли сторон, от решимости двигаться дальше в направлении полной нормализации ситуации. Поэтому есть надежды. Единственное препятствие служит, конечно, нестабильная ситуация сегодня в Армении. Возможно, после стабилизации ситуации к реализации этих перспектив можно приступить с практической точки зрения.